Казалось бы, вчера уже был порядок. Сегодня опять полный кабардак. Уже часа три, наверное, я сижу на кухне и никак не могу отсюда выбраться. В общем, последний рывок под шкафчиками. Залезла, легла на пол и маленьким валиком тоже там эту древечку подкрасила, так как ну, не вытягиваются эти шкафчики. Они тут у меня как бы склеены, как бы есть такая ниша, да? Схованочка для бардака. Но зато... Ой! Навела везде. Ну, это ж надо было все потихоньку вытащить, потихоньку перемыть, потихоньку все сложить. В шкафчиках даже место появилось. Загрузила еще одну посудомоечку. Раз. Раз. Ой, столько у меня специй, не знаю, надо, не надо. Дома ж не готовлю. Ну, стоят. Осталось печенье от девчат. Так, что тут у нас? Тут у нас таблетки, всякая ерунда. Едем дальше. Едем дальше. Полный порядок. Надо понимать, это все вытаскивалось, все затаскивалось. Ну, отвертки под рукой оставлю. То же самое. То же самое. Это же все кастрюли, крышки. Все же перемыла. Практически все взяла на себя плесень. Распорядилась. Новую посуду пока сюда сложила. Стаканчики, все. Вот если бы еще интернет появился, может быть, телевизор смотрела. Ну, наверное, лучше, потому что если бы смотрела телевизор, то не смотрела бы сюда. Вот это все пооткрывала, пусть оно пока дышит, дышит. Пусть оно дышит семена. Горчица, которую надо посеять, напоминайте. Ну, и кажется, на кухне как бы все. Боже, начинаю, это ж я так, понимаете, с чувством, с толком, чтоб комнату не начинать. Думаю, уже закончу одну, но если начну с ванной, то до комнаты не доберусь. Выходной один, на улице, как всегда, прекрасная погода, идет дождь. Позвонила мне соседка снизу, говорит, что ты там тарабанишь? Я говорю, сильно мешаю? Она говорит, да не, я, говорит, поняла, что ты дома. Я просто решила позвонить. Смотрите, какая чудесная погода. Так что на улицу мы опять не идем, а надо было. Хотела в Лидл съездить. Там должны были новые простыни приехать. Ну, посмотрю сейчас. Если не сильно закрашусь, то поеду. Вчера уже перемыла все вот эти нижние панели от кухни. Ну, пока они лежат на своем рабочем месте. Тут у меня куча ведерок. Тут я красопед. Помогите! Фотография. Не знаю, вытрется, не вытрется. Пробуем. Плеснела. Вытирается. Сейчас я ее. Ростик в детстве был толстенький. У него была кликуха. Булочкин. Вот это белобрысый красавчик. Кто это? Зайчик. Славуня. Это Ростик. Коммунионы. С Лейджи находили на коммунионы. Красавцы. А Луиджина еще и худенький был, оказывается. Это тень. А это плесень. Так что красить сегодня, наверное, не придется. Хлорочкой надо обработать.
не увидела. Ну да. Можно закрасить и все. Сейчас еще раз насухо вытру. Я, конечно, не художник. Я только учусь. Я не стала отбивать карандашом, вымерять. Не знаю. Рівнобедрений получился. Как, по-моему, так-то забедренный. Ну ничего. Что получилось? Тут самое главное убрать плесень. Понятно, что сейчас будет белое состыковаться с бежевым. Но ремонт я буду делать летом. А сейчас это так. Это просто убрать вот эту вонючку. Что она воняет. И жрет все, зараза. Моя роспись закончилась сломанным валиком. Так, есть разница? Пока не очень видно. Белое, серое, серое. Не, вот тут видно, да? Более бежевый и более белый оттенок. Сейчас оно высохнет. В общем, мой валик не выдержал моей руки. И развалился на мелкие запчасти. Поэтому мы его выбрасываем. А стоил 5,90. Ручку тоже выброшу. Да. Ну что это за? Ну что это за валик? Так я щось маленький оставлю. Ще 16 годин. Ну і, наверное, 30 хвилин. Ой. Не рук, не ног. Ні сапог не чувствую. От как-то так. От как-то так. Уже все з себе грязное сняла, стирається. Остався один коврик. Зараз ми його розстелим. Ой. Катерь красную постелила. Новый год. Новый год. Ой, сил нема. Ну, надо. Потому что два голубца съела. Надо было не есть. Ладно. Занимаюсь ковром. От работы кони дохнуть, да? Плед, подушечки, приятный вид, открытые окна, слышно поезда стучит, телевизор. А сколько ж на улице градусов? Все, больше сегодня нечего делать, белье досушивается. Еще сложу. Сейчас телевизор покажет, сколько градусов. Потому что у меня все навстежь. В квартире не холодно. Ну, включайся, давай. У нас грамотный телевизор.
И время показывает. И градусы. Даже красивые горы. Вот это расслабон. 15 градусов на улице. Представляете? 17.01. И я, можно сказать, управилась. Но это ж с утра. Так что, ослики-козлики, смотрю я кино.